Местный турецкий магазин. Тут такие вот сладости продаются, лукумы разные, баклава. Такие вот оливки, они очень любят. И разные сыры. Да, конечно. Здесь рестораны, кошечки сладкие. Да. И тут у нас в основном все отели. Все сдается для туристов. Эй! Тут детская площадка около отеля. Это круиз, да? Сфоткать? Круиз вот предлагают за 30 евро. Это 30 евро, это 30 долларов? 40 долларов. Ну, попробуем. Сейчас мы идем завтракать.